Это Винлайн Тайм. Больше половины первого сбора позади, каждый день по две насыщенных тренировки. Как переносишь нагрузки? В целом неплохо, был готов к этому, тренировался, поэтому никаких проблем нет. Что на сборе на этом дается тяжелее всего? Тяжелее всего дается сон. Почему? Ну, потому что тяжело спать, когда организм перегружен. Хочется больше спать, отдыхать. Утром сегодня была необычная тренировка с челленджами. Какой больше всего понравился, какой не получался? Все получилось, одержал победу, заработал 3 очка, поэтому ничего нового и сложного не было. Ломовицкий и Рассказов не смогли конкурировать со мной и Хани, поэтому победа закономерна. Ты на этот сбор освежил имидж, да, сбрил бороду, постригся коротко. Почему решил так? Просто так решил начать год. Вот, в принципе, это будет теперь обязательное мероприятие, так сказать, перед сборами. Поэтому так будет и дальше продолжаться. Свободного времени здесь мало, но тем не менее, когда удается чуть-чуть отдохнуть, как проводишь время? Знаю, любишь футбол, да, играть на приставке? Ну, люблю, да, но особо времени нету, так как серьезные тренировки, приходится восстанавливаться, заниматься организмом, дополнительно заниматься коленом, поэтому особо нету времени до игр. Твой прежний сосед по комнате Джано, да, ушел в аренду в Крылья. Грустно тебе от этого все-таки немножко, да? Ждешь его назад? Да, конечно, грустно, когда такие потери происходят. Он мне не только одноклубник, но и один из лучших моих друзей стал за такое короткое время. Поэтому, конечно, мне его не хватает, но, опять же, с пониманием уже отнесся к этому, что он ушел. Поэтому жду его обратно летом обязательно. Теперь кто твой сосед? Сейчас проводим время с Ташаевым вместе. По-грузински говорит он уже? Нет, по-грузински нет. Пока не буду ему этого учить. Спасибо. Ты не спросил, что, чем я недоволен на сборе? Есть что-то на сборе, чем недоволен прям по-настоящему? Да, есть чем недоволен. Это судейством, которое проходит у нас на тренировках. Поэтому хотелось бы сказать тем, кто судит нас на тренировках, пожалуйста, будьте внимательней. И все, будьте внимательней. Спасибо большое. Время ставок.